Тут кипела работа. Повара и поварята в белых колпаках старались вовсю. Мы повара придворные, умелые, проворные, на кухне жаркий дым, мы мастера искусные, готовим блюда вкусные, их сами не едим. Скорей, скорей! Надо торопиться! Толстяки ждут торт! Блестят кастрюли ясные, текут сиропы красные, кипает молоко за нами поварятами, веселыми ребятами угнаться нелегко. В эту самую минуту продавец влетел в окно и со всего размаху сел во что-то мягкое и теплое. Это был торт. Торт погиб. Чепуха! Разноцветные шары и глупые рожи этого летающего негодяя послужат прекрасным украшением для парадного торта. Ой, крем! Ксуньте его в печь! Пусть подрумянится слегка. Печь! Меня в печь! Эй, пора! Немедленно торт! В зале ждут сладкого! Ладно, сойдет и так. Несите! Три толстяка сидели на главных местах. Они ели больше всех. В ожидании торта один из них даже принялся жевать салфетку. Какой чудесный торт! Посмотрите на эти шары! Они восхитительны! Полюбуйтесь на эту рожу! Давайте есть торт. А что внутри этого забавного чучела? Должно быть конфеты. Или шампанское. Давайте отрежем эту голову и посмотрим, что получится. Это плачет наследник Тутти. Моя кукла! Моя чудесная кукла сломалась! Мою куклу испортили! Гвардейцы искололи мою куклу саблями! Гвардейцы искололи саблями! Куклу наследника Тутти? Прекратить торжество! Отложить все дела! Унести торт на кухню! Собрать всех чиновников, всех судей, всех министров, всех палачей. Измена во дворце. Я сидел на траве в парке, и кукла сидела рядом со мной. Мы хотели, чтобы сделали солнечное затмение. Господин главный воспитатель, объясните нам, что случилось. Я находился неподалеку от наследника Тутти. Я сидел, подняв нос к солнцу. У меня на носу вскочил прыщ, и я надеялся, что солнечные лучи его излечат. Вдруг появились гвардейцы. У них был угрожающий вид. Один сказал, указывая на наследника Тутти: «Вот сидит волчонок. Толстяки хотят иметь наследника, у них нет детей». Дальше. Он еще сказал: «Три жирных свиньи воспитывает волчонка с железным сердцем. Ему достанется все. Волчонок играет с куклой. Ему не показывают живых детей». Почему же вы не прекратили эти крамольные речи? Я их боялся. Они были очень злы, а у меня не было никакого оружия, кроме прыща. Потом один из них выхватил саблю и ткнул ее в куклу.
другие сделали тоже. Скоро мы доберемся и до жирных свиней, крикнули они. Где эти изменники? Они скрылись в глубине парка. Она умерла! Какое горе, она умерла! Нужно купить другую куклу, самую лучшую. Не хочу другой, не хочу! Горе наследника Тутти не имеет границ. Эту куклу надо во что бы то ни стало исправить. Но кто же может это сделать? Я знаю! Мы забыли, господа, что в городе живет доктор Гаспар Арнери. Он починит куклу наследника Тутти. Браво! Доктор Гаспар это сделает. Браво! 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 Летит с земли до звезд, как поймать лису за хвост, как из камня сделать пар, знает доктор наш Гаспар.